Да у меня цель, я хочу сейчас просто дойти до уровня Ливана и бороться на уровне с ним и с ребятами, тоже, которые там рядышком. Вот я говорил про них, это Чафи, Квиквиня, Ларат. Ну, Ларат, я думаю, уже по силам будет. А вот Чафи, вот я думаю, Чафи, вот три спортсмена таких, которыми я хочу бороться. Хотел ли бы ты побороться с Ливаном? Это был бы топовый поединок. Ну да, я бы хотел побороться, конечно, но еще надо мне подготовиться на него. Как ни крути, он сейчас номер один в мире, и нужно много сил и средств, чтобы на него подготовиться. А вот какой твой прогноз, например, кто победит, Ливан или Ларат? Конечно, Ливан. Это просто шоу. Я не считаю Ларата каким-то суперсильным человеком. Он просто распиаренный сейчас, а по факту, ну, топовый среднячок, я считаю.